тему взрослого поколения. Песня называется «Про бабку и свинью». Год у нас теперь сегодня, на сегодняшний день, свинский, поросячий. Значит, попробуем что-то вроде... В общем, про бабку и свинью. Деревенский базар, утро рано, собрался-то всюду народ. Кто коня продает, кто барана, ну а кто почти весной огород. Порося бабка там продавала, на углу возле самых ворот. Ведь кормила, поила, ласкала, вся в заботах, в делах целый год. Трудно самому вспоминать свои же стихи. Поросенок был крепок, стал зрелым и спелым, и, разлегшись на всеобщий обзор, издавал запах телом всем прелым, приоткрыв на показ свой позор. А поначалу его все хвалили, мол, и молод, и крепок товар. Но, узнав цену, бабку стыдили, по деньгам больно сильный навар. А мол, щетина не та, сала мало, цвет не тот и копыта, как пни. А жалко бабки того, хряк стал, ну и себя за свои трудодни. Ничего она им не сказала, только тихо взглянув на свинью, вдруг под нос для себя прошептала: а я тебя не отдам никому. На базаре под вечер темнеет, шум и гам ветер в поле унес, а тот скотину продать не умеет, а кто ее очень любит до слез. Браво! Бит! Все-таки.